На протяжении последних 3 дней в Лабытнангах проходили курсы повышения квалификации для ямальских телевизионщиков. Их проводили медиатренеры Центра «Практика» из Нижнего Новгорода. 20 телеоператоров и режиссеров монтажа по окончании курсов получили подтверждающие сертификаты. Моя речь будет короткой. Да. Я надеюсь, что пройдет неделя, месяц, год, и у вас останется от этого семинара не только сертификат, хотя сертификат это тоже очень важно. Эта короткая речь и последующее вручение сертификатов завершили 3 дня, в течение которых 2 Михаила проводили мастер-классы по операторскому мастерству и режиссуре монтажа. Операторы и монтажеры ямальских телекомпаний обсудили десятки тем, осмотрели 100 гигабайт видеоматериалов, хороших и не очень, и отметили 1000 деталей, которые делают материал именно таким. Мастера приехали на Ямал не с готовыми ответами. К этим ответам участники семинаров шли под их руководством, но самостоятельно, обучаясь грамотно формулировать вопросы. Вот это умение можно назвать первым результатом мастер-класса. Я уезжаю отсюда с надеждой снова сюда вернуться, потому что этот проект длится уже 3 года, и я думаю, что у него будет продолжение. По крайней мере, я вижу, что в этом проекте есть огромная потребность. Вот. А с какими надеждами я сюда буду возвращаться? Вот за эти 3 года пребывания в разных городах и на разных телекомпаниях каждый раз приезжаешь и каждый раз радуешься и удивляешься тому, что то, о чем мы говорили на тренингах, на семинарах, оно воплощается в жизнь. Все это великое множество тем, сюжетов, технических приемов и деталей, которые определяют успех или неуспех телевизионного продукта, основывается на одном фундаментальном принципе, которому мастера постоянно придерживались, но сформулировать его предоставили ученикам. Ну, не знаю, как истинно или нет, но понимаю я, конечно, одно, что для того, чтобы все-таки какую-то качественную сделать программу или сюжет, нужно желание, скажем так, корреспондента, оператора и монтажера, то есть, ну, чтобы было вот это командное, скажем так, желание работать командой. Именно так работают и именно этому пытаются научить своих слушателей медиатренеры Центра «Практика» Нины Зверевой. Если на ваших телекомпаниях сложатся такие принципы, по которым работаете, работаю я с Михаилом, то у вас все будет получаться. Вячеслав Галушко, Игорь Борисов, Максим Мячин, программа «Время местное».